такой мокрый? С красным глазом. Фонарик, куда мы спрятали? Надо поумываться по утрам и вечерам. Прям в глаз водичкой. Да? Что там? Там кот прошел. Ух, глазки лопнули. А это уже вторая сплюшка. Точнее, первая. Они по очереди прыгают. Потому что он сидит, мокрая вся. Может, вам надо ванную на двоих? Ой. Нам надо воды долить. Ну и вот они, две мокрые сплюшеньки. Теперь сохнуть будете или дальше искупаетесь? Там свежей водички я налила. Причем они там купаются, только если свет выключен. Когда свет горит, они почему-то не любят. Ну, в домике свет горит. Как будто ночь, в общем. Ой, прямо не по очереди, смена караула. Не полезла. Ну что, вы сохнете? Ладно. Так, Тичунчик, а ты тут сидишь, ты мышку ждешь, что ли? Да, ждет мышку. Дайте. Холода наступают. Надо две мыши в день. Да? Придется прыгать.
прыгнул вместе с мышкой и в угол пошел. Косплюшки купались, елка тоже купалась. Да, сова умыла. И это не дождик, потому что дождик лапки не мочит. Ты что такая гневная? Страшно. Ты чего ты? Мокрые лапки. Сова мокрова. Сова переживала, что я начну в нее что-то сейчас опять тыкать. Да? А я всего лишь хочу на твои ножки посмотреть. Вот они. Морг, морг. Все, елка, я на работу пошла. Ты сохни давай, доедай свою перепелку. Пока. Проваливай уже. Да?